самарским водителем. Устроили проверку на трезвость. Усиленные наряды ДПС проверяли состояние автомобилистов, выявляя нарушителей на московском шоссе. Пьяные водители нередко становятся виновниками дорожных происшествий. Как раз таких автоинспекторы пытались вычислить в ходе рейда контроль трезвости. А заодно напомнить остальным, чем чревата езда под шофе. Подобные профилактические мероприятия проводят каждую неделю. За эти выходные было остановлено 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Если человек попался впервые, ему грозит лишение прав до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Такие рейды позволяют сократить дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, по итогам текущего года за 6 месяцев сократилось на 30% количество ДТП с участием водителей, управляющих в состоянии алкогольного опьянения.